Сегодня во всем мире отмечают День медицинской сестры. На своей странице в соцсетях губернатор Александр Мор опубликовал фото сотрудниц обсерватора градостроителей и написал, что эта профессия требует чуткого отношения к людям, умения сопереживать и поддерживать даже в самой тяжелой ситуации. В период пандемии медсестры ежедневно идут на серьезный риск. Губернатор поблагодарил их за работу и пожелал крепкого здоровья.